Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о том, какие же критерии важны при выборе брокера. Если вы планируете инвестировать в акции и другие финансовые инструменты, активно заняться торговлей на фондовом рынке Украины, вам обязательно нужен брокер, профессиональный участник торгов, связывающий звено между инвестором и биржей, к выбору которого необходимо подходить очень тщательно. Следующие советы помогут вам оценить брокера и выбрать именно того, который лучше всего будет отвечать вашим требованиям. Критерии для выбора брокера являются надежность, торговые условия, комиссионные и прочие затраты, а также возможность обучения. Согласно общепризнанному мнению, возможность качественной работы на рынке для трейдеров предоставляют крупные брокерские компании. Серьезные инвесторы выбирают именно таких брокеров в первую очередь из соображения надежности. Надежным онлайн-брокером считается инвестиционная компания с длительной историей работы, лицензией регулирующих органов, отлаженной системой риск-менеджмента, правовой и финансовой прозрачностью, а также хорошей репутацией. Наши рекомендации. Убедитесь, сколько лет предоставляет услуги на рынке интересующий вас брокер, кто его учредители, как много у него клиентов. Есть ли у него лицензия на данный вид деятельности? Ознакомьтесь с отзывами авторитетных ресурсов о брокере, рейтингами инвестиционных компаний. Ведущие позиции свидетельствуют в пользу выбора такого брокера. Постарайтесь оценить его репутацию. Чем выше активность брокера, тем больше у него опыт в обслуживании клиента в данном сегменте рынка. И скорее всего шире его клиентская база, что является косвенным подтверждением эффективности работы компании. Dragon Capital – крупнейшая инвестиционная компания Украины с более чем 10-летней историей. Ее основателем является Томаш Фиала, президент Европейской бизнес-ассоциации и член Совета инвесторов при президенте Украины. Один из акционеров компании – крупнейший американский банк Goldman Sachs. Именно через Dragon Capital на украинский фондовый рынок приходят многие крупные иностранные инвесторы. У Dragon Capital безупречная репутация, отмеченная многочисленными наградами. Больше всего украинских инвесторов и физлиц торгует на бирже через Dragon Capital. Украинская биржа признала нас лучшим онлайн-брокером фондового рынка и лидером фондового рынка по итогам 2010 года. Качественные условия работы предполагают обслуживание клиентам на высоком уровне. Точные котировки и конкурентные условия торговли, наличие различных вариантов ордеров, современная торговая платформа, широкий выбор инструментов. Наши рекомендации. Убедитесь, что выбранный вами брокер обеспечит вам доступ на нужные торговые площадки, предоставит все интересующие вас услуги. Поинтересуйтесь, какой перечень торговых инструментов предлагает компания. Если вы планируете помимо акций компании торговать другими финансовыми инструментами, такими как акции, облигации, фьючерсы или же инвестиционные фонды, то при выборе брокера вам обязательно следует это учитывать. Идея возможности торговать многими инструментами с одного счета, вы можете сэкономить время и деньги. Компания, предоставляющая клиенту более широкий выбор, имеет конкурентные преимущества перед другими. Важным фактором при выборе брокера является удобство работы с выбранным терминалом. Наши рекомендации. Уточните, какой именно торговый терминал используется, какие дополнительные услуги, модули предоставляются клиенту помимо базовых. Есть ли возможность оценить предоставляемое брокером программное обеспечение по работе на демо-счете. Узнайте, есть ли возможность в любой момент получить техническую поддержку со стороны специалистов компании. Есть ли возможность получать информационно-новостную и аналитическую поддержку со стороны брокерской компании. Dragon Capital – инвестбанк с полным спектром услуг. Предоставляет возможность торговать акциями, облигациями, инвестиционными фондами, фьючерсами и опционами, а также предоставляет услугу доверительного управления. Мы предоставляем прямой доступ к торговой площадке украинской биржи и в просмотровом режиме PFTS при помощи торгового терминала QUICK. Торговая система QUICK от Dragon Capital характеризуется самым широким набором функций среди всех онлайн-брокеров Украины. Интернет-трейдинг, важно заметить, для брокера при небольшом количестве клиентов убыточен. Поэтому предоставить дополнительные модули могут профессиональные, надежные брокерские компании, у которых есть на это средства. У нас есть собственная служба поддержки клиентов интернет-трейдинга. Мы предоставляем услугу маржинальной торговли.
сам широкий список бумаг как для шартов, так и для которые берутся в обеспечение, а также для интернет-трейдеров, которые имеют уже опыт работы в этой сфере, плечо 1 к 3. Мы представляем доступ к срочному рынку. Вы получаете трансляцию и онлайн-доступ к мировым биржевым индикаторам, таким как индексы американские, фьючерсы американские, котировки, индексы европейские, котировки товаров, валюты. Мы предоставляем также нашим клиентам аналитическую поддержку, информационно-новостную поддержку. Dragon Capital – обладатель награды «Лучшая аналитическая команда Украины» Thomson Reuters 2011 года. У вас будет возможность получать оперативные новости информационного агентства Interfax внутри торговой системы без дополнительной платы, а также проверить, изучить, попробовать протестировать весь функционал торговой системы Quick, воспользоваться режимом учебных торгов. В зависимости от того, как часто вы планируете совершать сделки, следует ориентироваться на комиссионные. Наши рекомендации. Ознакомьтесь с тарифной политикой потенциального брокера. Постарайтесь просчитать, какими суммами вы планируете оперировать, и исходя из этого выбирайте для себя именно те комиссионные, которые являются наиболее оптимальными для такой суммы. Если вы занимаетесь трейдингом, где сделки совершаются много раз в течение одного дня, вам нужно искать самые низкие комиссионные, поскольку большое количество сделок будет регулярно отнимать у вас немалые суммы в виде комиссионных. Если же вы совершаете сделки довольно редко, то разница в комиссионных не будет играть решающей роли для ваших инвестиций. В этом случае лучше ориентироваться на уровень сервиса, предлагаемый брокером. Наши рекомендации. Ознакомьтесь, какие прочие затраты у вас могут возникнуть помимо комиссионной. К таким дополнительным услугам могут относиться следующие. Перевод средств или ценных бумаг с вашего брокерского счета на другой счет. Оплата за закрытие счета, оплата за содержание вашего счета. Dragon Capital предлагает различные тарифы, рассчитанные на разные стратегии инвестирования. Один тариф будет выгоден начинающим игрокам, такой как Dragon Start, совершающим немного операций и оперирующим небольшой суммой денежных средств. Другие, такие как Dragon Investor, Dragon Trader, напротив, удобнее профессионалам. Все тарифы и прочие платежи предоставлены на сайте компании, скрытые расходы отсутствуют. На сегодняшний день в силу высокой конкуренции между брокерами почти каждая компания проводит бесплатные ознакомительные семинары, встречи для своих потенциальных и существующих клиентов, предоставляет возможность получить индивидуальную бесплатную консультацию. Наши рекомендации. Посетите такие семинары, послушайте, какой сервис вам предложат, получите бесплатную консультацию, не бойтесь задавать вопросы. Проверьте, уделяет ли брокер время для обучения своих клиентов. Dragon Capital регулярно проводит открытые семинары, встречи с ведущими аналитиками, трейдерами, руководством компании. Для интернет-трейдеров постоянно проходят встречи в рамках Dragon Trader School. Уже 7 лет подряд компания проводит самую масштабную в Украине инвестиционную конференцию с участием первых лиц государства, а также серию практических курсов по работе на фондовом рынке, которая стала доступна с этого года. Не забывайте, что вы всегда можете получить бесплатную индивидуальную консультацию от высокопрофессиональных инвестиционных консультантов непосредственно в центре обслуживания частных инвесторов Dragon Capital. На завершение я хочу сказать, что в любом случае вам нужен брокер, с которого будет просто удобно работать. Таким образом, вы должны выбрать компанию с многолетней историей работы на фондовом рынке и, конечно же, хорошей репутацией, которая постоянно принимает участие и занимает лидирующие позиции во всевозможных рейтингах, предоставляет своим клиентам возможность работать в стабильном режиме с постоянным улучшением условий работы и уровня обслуживания. Так что успехов вам при выборе брокера!